На сцене музыкальный коллектив с оптимистичным названием «Веселка». Выбор его не случайен, а символичен. Каждый ребенок уникален и индивидуален, как радужный цвет. Все вместе на сцене смотрятся ярко и гармонично, как настоящая музыкальная группа. Исполняют народную композицию в собственной обработке. Со стороны и не скажешь, это 8 особенных детей, если бы не взрослые. Воспитатели для сопровождения, помощи. Самостоятельно воспитанники коррекционного центра выступить просто не могут. К 11-му фестивалю художественного творчества «Веселковый хороход» все вместе готовились тщательно, репетировали долго, костюмы шили самостоятельно. Даже песню написали и музыку к ней сочинили. Получилась собственная оригинальная композиция. На гала-концерте, который проходил в Гомеле, показывали несколько номеров. Искренность и талант не оставили равнодушными компетентное жюри. Признание, конечно, приятно, но главное, что дети счастливы, говорят воспитатели. На это и делают упор в образовательном процессе. Главная методика в работе с такими детьми – это прежде всего любовь. Любовь, принятие этих детей, принятие их как члена общества, принятие их как индивидуума и раскрытие их индивидуальных способностей и потребностей. Это большая титаническая работа, чтобы раскрыть этих детей, раскрыть их потенциал и суметь показать их в полной мере.